Рыба – кладезь полезных элементов, а уж такая благородная рыба, как горбуша, да еще приготовленная в мультиварке, поистине бесценна. Заботимся о себе. Читаем рецепт, готовим горбушу. Иногда бывает и такое, повседневные блюда набили оскомину и хочется чего-то необычного. Как раз для такого случая этот рецепт, горбуша в мультиварке. Эта рыба идеально подходит, у нее прекрасный вкус и мало костей. А нежный сырно-сметанный соус превращает блюдо в украшение стола. Не бойтесь пробовать готовить, пошаговый рецепт не даст вам ошибиться. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Рыбу почистить, помыть, порезать на порционные куски. В миске смешать сметану и майонез. Выбираем в мультиварке режим выпечка, время готовки 60 минут, в чашу мультиварки наливаем масло, даем ему нагреться, порционные куски рыбы обжаривать до появления румяной корочки, в течение 15 минут, после этого заливаем рыбу подготовленным сметанно-майонезным соусом, за 10 минут до окончания готовки посыпаем натертым сыром, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Необходимые ингредиенты. Горбуша 1 штука. Сметана 2 столовые ложки. Майонез 2 столовые ложки. Твердый сыр 200 грамм. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.